11 марта по окончании церемонии официальной встречи состоялась встреча президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева и президента Исламской республики Пакистан Мамнуна Хусейна один на один. На встрече было выражено удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений между нашими странами, опирающихся на принципы дружбы, сотрудничества и стратегического партнерства в политической, экономической, гуманитарной и других сферах. Была высказана уверенность в том, что официальный визит президента Пакистана Мамнуна Хусейна в Азербайджан внесет свой вклад в дело укрепления наших связей. Отмечал, что существует хороший потенциал для расширения сотрудничества между нашими странами в различных областях. В ходе беседы состоялся обмен мнением по двусторонним региональным и международным вопросам.